Всем привет! И сейчас я вам покажу, как оплатить свой заказ картой банка, любой картой, которая у вас есть. Для этого нужно зайти в свой кабинет под своим номером и паролем. Дальше зайти в закладку «Заказы». Дальше заходим в «Историю заказов». Вот они все неоплаченные накладные. Для того, чтобы оплатить вот последнюю накладную, нажимаем вот здесь «Оплатить». Открывается форма, которую нужно заплатить. Вы заполняете здесь свой номер консультанта. Проверяете имя, фамилию, отчество. Дальше пишите сумму, которую вам нужно оплатить. Электронную почту, на которую придет квитанция об оплате. Дальше заполняете карту банка, которая у вас есть, и нажимаете кнопочку «Оплатить». Все очень просто.